У меня есть знакомый профессиональный критик, который сталкивается с такой проблемой, как критика в интернете вообще. Значит, причем критики литературоведы профессионально обучены этому вопросу. И я со слов, значит, я солидарен. В чем? Значит, часто критики в интернете, не обладая профессиональными знаниями, начинают какие-то свои личные отношения привносить в анализ критики. Но критика невозможна без изложения текста. Но изложение текста должно быть максимально конкретным и без арифмов. Значит, проблема, по нашему счету, такого большой проблемы не составляет. Если вы чувствуете, что здесь что-то, какая-то отсебятина, поставьте, значит, какой-нибудь там шаблон рис или еще что-то, укажите, пояснить, что вам здесь кажется, значит, привнесенным, а все остальные критические вещи, значит, что там герой поступил так, это надо, конечно, писать, что вот в критике критик такой-то сказал так, а критик такой-то так, в противоположную точку зрения. То есть, но изложение материала и самой канвы сюжета, как правильно сказать, значит, художественное произведение есть источник о самом себе. Если мы не будем говорить, что «Красная шапочка» — это рассказка о красной шапочке, которая несла картинку пирожков, то что здесь, о чем тогда говорить? Предмета обсуждения нет, мы будем перебивать что-то, неизвестно о чем. Нормальный критик, критикуя, излагает сюжет, и по ходу этого сюжета какие-то свои точки зрения, значит, опираясь, если мы говорим о критике, нужно сразу. И прочее, тому подобное. Так вот, ну, мы так,
кто-то нужны какие-то более абсолютно общие, естественно, рекомендации. Наличие источников, больше никаких. Наличие правильно, наличие источников и опора именно на источники. При описании сюжета. То есть у меня не критики сюжета. Не через каждый источник, а результатывает сюжет настолько, насколько это нужно для понимания источников. Ну, или хотя бы получение какого-то общего представления. Да. Если хотя бы мы скажем, там, война идет о том-то и том-то, в нескольких там обучениях, да. Это надо сказать. Ну, здравый смысл, здравый смысл. Коллеги, у меня есть большое отношение к поведению, значит, со спецификой нашего круглого стола, может быть, было бы лучше, если бы ведущий оставался сам, а к нему подходили бы сопровождающие. Это было бы для телевизионщиков несколько лучше. Дойди до конца и стань там рядом. Связано с критиками, потому что предполагалось, что критики должны были излагать как раз о критиках нужно справиться, что имел виду. Но дело в том, что бывает, что критики, даже причем самые лучшие, излагаются в критических публикациях часто не то, что имел виду, а то, что в данный момент критику представляется наиболее актуально. То, что критик хочет видеть произведение, то, что по мнению критика данное произведение должно пропагандировать. И это и с критиками 19-го века, этих механизмов добровольного встречается, и с современными актуальными критиками, на мой взгляд, тоже вполне может иметь место. И если мы будем приводить в произведение то, что выделил критик, конечно, это будет справедливо, но если не уравновешивать его мнение первичным изложением, то может создаться довольно скорозное представление о произведении. Нет, ну, уравновешивать, ну, правда, мнение других критиков. Если все критики говорят в город, говорят одно и то же, значит, просто мы ничего можем сказать и не можем. А если какой-то еще говорит одно, какой-то говорит другое, почему и то, и другое? Если у нас есть интервью автора, который говорит полностью, хотел сказать, то это, конечно, прекрасно, это тоже надо сказать. Но все дело в том, что мы никак не можем даже попытаться первичному источнику, кто там хотел сказать на автор. Второй момент. Вот, например, если искать источник, например, легко наткнуться на справочники достаточно подробные, которые по нашим правилам будут подпадать изменения, вот крайне гигантские зависимости. Вот я, например, легко нашел трехтомную энциклопедию «Звездный конь», которая несколько тысяч статей практически про всех центров разобранных. Ну, разумеется, это можно сказать, во-первых, не опять-таки, потому что, наверное, конечно, не написан там, довольно сложно сказать, с кем написан. Но ты можешь сказать, что апеллирует источник какое-то отношение к производителям имеет. Соответственно, ну, неудивительно, на мой взгляд, реакция на ревизионистов, потому что, с одной стороны, они могут по внешним источнике найти энциклопедию, в которой есть там несколько тысяч статей, с другой стороны, в Википедии фактически есть тенденция к тому, чтобы убрать вообще все там. Хотя есть достаточно подробный и вторичный источник, но к этому вторичный источник, конечно, могут быть встречи. То есть можно и найти какое-нибудь равновесие, по крайней мере, учить интерес с одной стороны, естественно. Я на том, что мы видим на съемку критики, которые мы сказали, от одного источника не расстроится, не достанется по определению. Вот все. Одного источника мало. Потому что один источник не может быть нейтральным. Предлагаю шаблон. Значит, статья написана на основании одного источника. Требуется вторая точка. Все это. Можно так от чего делать? Ну, никто не говорит, давайте мне не отчет, и все. Нейтральность называется, да. Есть такое. Ну, альтернативная такая. Вообще-то в других темах у нас какая-то инвалида такого правила, чтобы взять на один источник. Может быть, одна научная статья. Если вы получили, то Я понимаю, что есть объект, который так и так.
Я не могу читать твое письмо к учителю, но я не могу читать это какие-то основные критерии по сравнению с Кинаре. В любом случае, мы одни с вами источники. А их отношение к Кинаре может быть очень последовательным.